Сразу в двух уголовных правонарушениях обвиняет житель Караганды Юрий Винажингис сотрудников полиции. На стационарном посту ему был выписан штраф за непрохождение техосмотра, а позже в базе данных он обнаружил уже совсем другое правонарушение, которое он якобы совершил. Почему водитель отказывается забирать заявление, несмотря на уговоры, и что делать гражданам в подобных случаях, выясняла Людмила Бачкина. Почти месяц Юрий Винажингис добивался возбуждения уголовного дела. Прокуратура области переправила его жалобу в ДВД, и по пути дело едва не потерялось. 17 мая водителя остановили на стационарном посту полиции Сокор, и инспектор составил административный протокол за то, что машина якобы не прошла техосмотр. Хотя, по словам водителя, это не так. Причем на руки отказались дать квитанцию на оплату штрафа. Вернувшись домой на сайте, Юрий обнаружил уже штраф за нарушение разметки. Эту квитанцию сотрудник через неделю привез ему домой. Тут как минимум три уголовных дела. Как два железно. Это злоупотребление и подмена протокола. Сейчас пойду до конца, пусть или его увольняют, или сажают. Потому что, ну, это как один выписывает штраф, в базе вылазит другой. А таких людей сколько по Караганде можно за день? Вот они миллионы и делают на этом. Навскидку, ну, человек 20, наверное, квитанции. Было с собой. Да. Это получается, вот они всем этим людям не дали в день выписания, ну, когда выписали протокол, не дали квитанции. А когда прошел срок, они раздали квитанции, и человек теперь должен платить не 50%, а 100%. Сегодня в пресс-службе ДВД области сообщили, по заявлению Юрия Винажингиса, Управление собственной безопасности возбудило уголовное дело по статье «За фальсификацию доказательств по делам об административных правонарушениях, совершенную уполномоченным должностным лицом». В настоящее время по уголовному делу проводится досудебное расследование. По окончании будет принято процессуальное решение. Юристы советуют в любом случае при составлении полицейскими административного протокола подписывать последний, но обязательно указывать в нем обо всем, с чем вы не согласны, в том числе, если не предоставлен адвокат или переводчик. Если вы не подписывали, если вы своего права заявлять о том, что вы с чем-то не согласны, о том, что ваши права нарушаются, вы его не использовали, у вас обжаловать будет меньше шансов. А если вы это делали, если вы весь протокол, грубо говоря, исчеркали своим несогласием, то у вас обжаловать его будет больше вероятности. Можно написать подробную объяснительную на отдельном листе и указать в протоколе, что она прилагается. Через смартфон посмотреть в интернете ту ли статью вам вменяют. Юрий Винажингис намерен довести дело до конца. Хотя, по его словам, ему уже несколько раз поступала просьба забрать заявление. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Равиль Валеев, 5 канал.